Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о парфюмерной коробочке от фирмы Fragrance Shop. И называется эта коробочка Discovery Club. В нем содержится 5 пробников, как минимум, парфюмов. Коробочка эта приходит 4 раза в год, летом, зимой, осенью, весной. Можно купить на их сайте как отдельную коробочку, можно сделать подписку. Коробочка приходит вот эта летняя коробочка. Здесь все ароматы новые, 2015 года, все они летние. И вот такие новинки можно попробовать, не покупая парфюм. Плюс они всегда дают такие вот скидки на каждый парфюм, который предлагают в этой коробочке. Ну и, конечно же, книжечку с описанием каждого парфюма и рекламки. Начну с первого парфюма, который был в этой коробочке. Это парфюм от Dolce & Gabbana Light Blue Sunset in Salina. Это туалетная вода. Вот его цена на их официальном сайте. Верхние ноты – это виноградная лоза, лист фиалки, сердце, желтая фрезия, жасмин, апельсиновые цветы и база – амбра, белый кедр, белый мускус. Это парфюм летний 2015 года, цветочно-водяной. Неплохой парфюм, действительно очень легкий, чувствуется такой бриз, свежесть чувствуется. И вот был он в таком пробничке, и вот такой давался сам пробник. Неплохой аромат, кто любит свежесть, цветочная свежесть, кто любит, тому подойдет. Следующий парфюм, это парфюм от Givenchy, туалетная вода, то есть, извиняюсь, вот его цена внизу. И Dahlia Divine, не знаю, как она произносится, это тоже цветочный, но только цветочно-фруктовый, летний 2015 года. Верхние ноты – красный апельсин, персик, сердце – жасмин и роза, а база – сандаловое дерево, мускус и ваниль. И лицом рекламной кампании стала американская певица Алишия Кис. Хороший аромат, я изначально даже задумывалась его купить, но мне не понравилось, что в нем такая есть сладкая пыльность. Кто любит сладкую пыльность, тому он понравится. Следующий парфюм это от Hugo Boss, Boss Mavi. Это уже парфюм, вот тут тоже цена этого парфюма. Это свежие духи. И здесь лицом рекламной кампании вновь стала актриса Гвинет Пелтроу. Ну и сам производитель говорит о том, что это аромат независимой, сильной женщины, которая делает паузу, чтобы просто насладиться простыми моментами жизни, такими как пройтись до дома пешком, ощутить солнце на своей коже, прикоснуться к цветку. И вот флакон окрашен в такой красивый нежно-розовый цвет. Аромат очень женственный. И так как это аромат независимой женщины, то в своих нотах он тоже это выразил. В верхних нотах цветы кактуса, то есть это зеленая свежесть, современность. В сердце это розовая фрезия, жасмин и розы, что олицетворяет женственность. Ну и база это древесные аккорды и кедр, что предусматривает уверенность в себе. Неплохой аромат, действительно свежий, хороший. Вот, так, вот не знаю, где эта сама коробочка от этого. Вот она такая интересная, тоже в розовом цвете. Ну и сам парфюм, не совсем удачная упаковочка у него. Не у парфюма, у пробника, у него без палочки, а просто вот такая вот пипка. Ну, хороший аромат, он именно вот такой свеженький, со сладостью, немножко с цитрусом, можно о нем, как говорится, задуматься. Следующий парфюм, это парфюм от Джеймс Бонд, 007 Джеймс Бонд. Это тоже аромат 2015 года. Это цветочно-древесно-мускусные. И верхние ноты черный перец, роза, бергамот, сердце, жасмин, ежевика, гордения. И база это черная ваниль, белый мускус и белый кедр. Вот такой-то парфюм. Это очень пикантный аромат. Он на вечер, причем даже такое черное
длинное вечернее платье. Это воплощение опасной и соблазнительной такой натуры девушки Бонда. Ну и, конечно же, в рекламе, понятно, снялась итальянская актриса Катерина Мурино, ей 37 лет. Ну и в 2006 году она стала девушкой Бонда в фильме о Джеймсе Бонде «Казино Рояль», кто знает. Парфюм очень безумно мне понравился, это такая ваниль с горчинкой. Вот кто любит ваниль с горчинкой, им, возможно, понравится этот аромат. Был он вот такой, как чека, вернее, как бомба такая. Не бомба, не знаю, как она правильно это назвать. Чека от бомбы. Вот пробник был вот с такой палочкой. Вот, и я решила приобрести этот аромат, воспользовалась скидкой. Мне безумно-безумно понравился этот аромат. Вот я написала, что это летний. Также я всегда подписываю базу, всю пирамидку. Очень интересный аромат. Вот и он выглядит. Я купила 30 мл. Вот он такой, в виде такой, как бы бомбочки сделан. Чеки, я не знаю, как это правильно произносится, но вот тут так красиво 007 написано, очень оригинально, очень красиво и такая, как я уже сказала, такая ваниль с перчинкой. Вот кто любит ваниль и перец, тому понравится. На этом все, все женские ароматы. Ну и быстренько покажу, какие были в мужском. Кстати, когда покупаешь на их официальном сайте, на fragranceshop.co.uk, они дают пробники. Пробники мне дали по карабану Леди Миллион бесплатно. Также они дали пробник сам этот парфюм еще раз. И дали мне пробник Хьюго Босс. Вот он, Intense, мужской такой запах. Вот. Ну, также в этой коробочке были и мужские запахи. Это мужской по карабану Миллион. One Million Collagen, такой, это туалетная водичка, не знаю, не так, нормально, ничего. Intense от Dolce & Gabbana, такой тоже, это уже парфюм. Prada, вот туалетная водичка. И вот в таком была на оформлении. Такой парфюм Sola Lae. Ничего, кстати, такой интересный парфюм. Туалетная вода, то есть. Ну вот на этом и все. Вот, смотрите, вот этот Sola Lae. Ничего, интересный очень парфюм. И очень красивая у него была бумажечка с пробником. Ну вот на этом все. Это все парфюмы в этой коробочке. Кому интересно попробовать все эти новинки, можете заказать на их официальном сайте и попробовать. Спасибо за внимание и всем пока!